представитель агентства наложил запрет на проверки предпринимателей, которые работают в сфере оказания услуг, как наименее всего подверженных каким-либо нарушениям, либо преступлениям. Нашими проверками сейчас охватываются субъекты предпринимательства, которые могут быть связаны с теневым бизнесом, либо используют бюджетные средства в своей деятельности. При этом очень активно сейчас используется нами ситуационный центр агентства. Это информационная система, которая позволяет предварительно проанализировать необходимые данные о субъекте предпринимательства, выявить наличие рисковых факторов в его работе и принять решение о необходимости проведения проверок. Кроме того, наложен запрет на приостановление деятельности предпринимателей, вызов предпринимателей в ночное время суток для проведения каких-либо проверочных мероприятий, помещение автомашин на штрафстоянке, то есть действия, которые могут каким-либо образом ограничить или приостановить работу предпринимательства, они исключаются. Очень редко мы сейчас принимаем и такие меры, как наложение ареста на расчетные счета предпринимателей, чтобы не блокировать их ежедневную деятельность.